Но дело в том, что опросы-то показывают, что единственный, кто может победить Зеленского на сегодняшний день, во всяком случае, по вопросам, это военные. В данной ситуации главный военный, Залужный. И вот здесь вырисовывается конфигурация, почему Зеленскому доложили о том, что готовится Майдан-3, то есть чуть ли не заговор против власти, что хотят свергать, и во главе этого может быть Залужный с армией на Майдане-3 будет свергать. В принципе, такой сценарий любой политолог рассматривает. Вполне возможен.